Нас пустят в такой маске? Идем. Полупустой город и маршрутки, закрытые рестораны и спортзалы, а в мэрии, похоже, собрались работать до последнего. Давайте выясним, боятся ли здесь коронавируса. Где вы ее купили, скажите? По интернету, есть сайт, если надо, ссылочку дам. Класс, спасибо. Что это за штука? Вот она зачем? Это специальный фильтр, который абсорбирует воздух. Это красивая маска. Спасибо, вы знаете, большое. Вот я даже, у меня есть там знакомый, который в фэшн-бизнесе. Я ему говорю, слушайте, сделайте фэшн-маски, чтобы это стало модно носить. Боитесь ли вы коронавируса? Нет. Как бы я ничего не боюсь, то есть в принципе. А чего не боитесь? Изучал вопросы вирусологии, поэтому... Понимаю последствия. Остерегаемся. Я думаю, что бояться не стоит, потому что самое страшное, наверное, что может быть, это паника. Эта ситуация немного преувеличена, хотя действительно представляет очень серьезную опасность. Знаете, я перестал чего-то бояться после определенных событий в своей жизни. Ну, масочка интересна. Как будет, так будет. Ну, вы знаете, надо соблюдать правила общественной безопасности. Обезопасить не так себя, а как своих окружающих. Вы в перчатках. Конечно, да. Перчатка. Да. Рекомендации специалистов, врачей, мы постоянно на связи. Боюсь, но предостерегаюсь, предохраняюсь. Предохраняемся, как все. Маски носим, руки моем, протираем постоянно. Телефоны вот рекомендую всем, на них больше всего заразы. Ты делаешь это? Как часто ты делаешь это в условиях коронавируса? Делаю достаточно часто, насколько это возможно. Уже раз, наверное, 30 или 40 точно. Ну, раз 10 точно не меньше. А карантин вам мешает жить, то, что все закрыто? Конечно, мешает. Чего не хватает вот больше всего? Не хватает того, что экономику убивает. Туристический город – это сфера услуг и всего остального. Это огромное количество людей, задействованных в этой сфере, которые сейчас сидят по домам. И всем придется, конечно, затянуть пояса потуже. На самом деле, наверное, коронавирус – это, по сути дела, как, наверное, такая, может быть, третья мировая, которая, кстати, возможно, да, пересмотрит даже границы многих государств. Либо изменит геополитику в этом мире. Учитывая тенденцию других стран, будет усложняться, и она будет также усложняться еще и продолжать усложняться у нас. Главное, конечно, не паниковать. Кушать, наверное, чеснок, лук. Многие говорят, что надо спиртное принимать, но пока не принимал, потому что за рулем. Мы единственное, что надеемся, что к июлю, к июню, может быть, этот вопрос немножко сойдет на нет, и мы сможем победить, и ситуация успокоится. Аж к июлю, к июню? Вы что? Вы рассчитывали в апреле выйти уже в спортзал? Было бы очень хорошо. Скажите, как развлекаетесь во время коронавируса? Сейчас все закрыто, спортклуб закрыт. Я особо больше не хожу по спортклубам, ресторанам. Я и до карантина не развлекался. И сейчас не до развлечений. Начал играть на фортепиано, закончил музыкальную школу и сейчас начал опять играть на фортепиано. Все новые таланты открываются. Нет, талант был давно. Пью вино, смотрю кино. Класс. Рекомендуете всем. А что еще делать? Вот если продлится карантин, это будет сложно. Что будем тогда делать все вместе? Говорят, что рост рождаемости будет в 2020 году увеличен из-за карантина. Геннадий Леонидович! Да как ждал? Ждал, вы говорили. Да секунда прошла. Скажите, пожалуйста, вы боитесь коронавируса? Нет. Почему? Потому что я не могу бояться. Если я буду бояться, будут люди бояться. Вы поэтому, да, без маски сегодня? Я без маски, потому что по тем нормам, которые рекомендуют, по полутораметровому удалению, у меня были выдержаны все нормы. А вашего зама не боялись? Зама не боялись, мы с ним решили, что мы не боимся. Но вы сегодня сидели без маски, да? Ну, мы сидели достаточно далеко от депутатов. Угу. То есть вы вдвоем не заразны, уверены? У нас, опять же, мы не знаем, кто из нас заразен, кто не заразен. На сегодняшний день в Одессе нету тестов на коронавирус. Как только мы их получим, я думаю, мы узнаем, будем понимать, что на самом деле наверняка среди нас есть те, кто не заражен. Скажите, как вы развлекаетесь в условиях нашего карантина? Развлекаюсь? Дело в том, что я уже не развлекаюсь. 6 лет как не развлекаюсь. Да, чуть-чуть из-за того, что дети в школу не ходят, садики закрыты, школы не работают. Конечно, дома все на люстрах катаются. Красиво. Красиво. С
Да, это ну вас, ладно. Наверное, Бугельман научил. Бугельман научил переделывать лифчик? Конечно, он же вчера рассказывал, как салфетки и резинки от денег вон там делать маски. Вообще неудобно эмоции выражать в маске. Меня это раздражает. Сумасшедший городской. Подождите, пожалуйста.